Хау, интересная пещерка. Интересно, кто в ней живет? Зайдя на свежий вайб, я буквально сразу приметил топовое место. Это была вот эта пещера. Ведь рядом с ней находился еще и аэропорт и заправка. К слову говоря, это были просто идеальные РТшки для старта, да и к тому же в идеальном месте. И учитывая то, что это было самое начало вайпа, мне стоило поторопиться, ведь эти места могли занять какие-нибудь кланы и не давать мне развиваться. Грибы, 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 о да. Грибы мне надо. Пару бочек наскребу топливных и сразу поеду в сторону пещеры занимать. Пещера у меня, блин, далековато до пещеры на самом деле. Топливная бочка. Чик, все. Все. Мне больше для части ничего практически не надо. Поехали, ребят, поехали. Просто поехали. Но проехав половину карты, я нашел коня, на котором продолжил свой отфарм до пещеры. Штаны для сурового зимнего климата. Самое то, что надо. Ой, я обосрался. Отлично. Еще приколы какие-то. Ладно, все, погнали. Долго тут нельзя находиться. Так, сразу соолок ставим. Ставим гаражечку. Ну и шкафчик пока что вот сюда. А пускай вот так стоит, пофиг, потом если что снесу. Начало было очень неплохое, и хоть шла всего лишь 20 минут, я уже занял топовую пещеру и бегал с луком, отстреливая всех бичей. Я кого-то слышал, вот он. Бадикинг ваш я оставлю. Точно оставлю. Не мог пригодиться мне. О. Уже зарезалась. Где стачок? Вот. Ну а для того, чтобы каждый раз не спускаться в пещеру для сейва лута, я откинул небольшую кибитку сверху. Прямо напротив переработчика. Бимс. О, типок на коне прибежал. За ним еще один, блин, срочно, срочно, срочно. Вот примерно так произошло мое первое знакомство с соседями. Да как ты попал по мне в голову? Правда, я ему тоже в тыкву зарядил так-то. А как ты не умер? Ну, короче, у меня дар есть божий. Ну, прям. Nope. Еще прикалываетесь, что ли? Вот черта. Так, и вот так пускай перерабатывается. Вот это тоже пускай все перерабатывается. О, ткань, кстати. Ткань — это то, что надо. 500 скрапа. Домой срочно все это сейвить. Домой. Быть вот тут прямо. Ну да. Hello. Hello guys. You friendly, I think? I'm friendly. I'm solo.
Ничего, пещеру пошли чекать, что ли? Будто бы да, кстати. Да, уж лутался я недолго, ведь уже после часа от вайпа кланы плотно сели на перерабочие и буквально никого к нему не подпускали. Да ладно. Хау, и именно по этой причине основную часть времени первого дня вайпа я фармился в летнем биоме. Чикс, чикс, чикс. Где, кстати, было тоже довольно-таки небезопасно. Уважение. No, I very need this. Very sorry. Please, man, give it back, man. Sorry, man, I don't can. Здорово. Здорово, папочка дома, как говорится. Ну а когда ресурсов скапливалось уже довольно-таки неплохое количество, я все это успешно сейвил в своей пещерке. Тут все как было, тут все как было. Шикарно. То может быть просто лучше. Текс, что тут у нас еще есть? Из прикольного. Металлчик. Шкафчик вон там хочу, по-любому. Шкафчик, я ему все тут хочу. Вот по-любому шкафчик как-то вот так будет стоять. Это 100%. Тут, допустим, еще один бункер. Понятно, стены везде. Да? Пещера. Пещерка. А иногда в процессе фарма происходили уж очень неожиданные ситуации. А еще весьма обидные. Это Берда была. Да. Но чаще всего меня это далеко не останавливало. О, комбат наш. Откон, челик, я тихо, дофига. Не фал, фул арморе. Но к этому времени было уже достаточно поздно, именно поэтому я отправился спать. Итак, меня, естественно, никто не зарейдил. Ну и, конечно, как говорится, утро начинается далеко не с кофе. Товарищи, друзья, так это же залет. Еще и бронька тут прикольная. Я даже умудрился собрать неплохой автомобиль. С помощью которого я довольно-таки успешно добрался до сейф-зоны, дабы закупить необходимые прибалуды. Прикольная красная база. Всем пока, Bolt 8X. Бомж какой-то. Но их много, как будто бы очень. Один минус. О!
Это не может быть. Это просто не может быть. Да, конечно, я слегка расстроился, однако я взял волю в кулак и вернулся вновь. Прямо под самую ночь. Туда, дети мои. Просто туда, детки. Ты чмою просто. Что-то случилось? Блядь, доволен собой? Что такое? Да? Очень доволен. А ты очень расстроен с собой, да? Играй, очень расстроен. Играй, наслаждайся. Да, наслаждайся, что? Наслаждайся. Вот получилось сюда с третьей попытки. Ну, вот именно что, чувак. Я это... не сдался, и у меня получилось. Если бы я сдался, чувак, вы бы забрали. Молодец. По итогу мне стало немного жалко, и поэтому, принеся все ресурсы, я все-таки отдал им дом. Пацаны, давайте, удачи вам. Что, как покажет будущее, было очень даже не зря. И, кстати, у меня было очень много лишней серы, которую я уже неспешно переделал в сачели, дабы зарейдить тот самый красный домик. Что вот тут надо сюда вот убить, да и все. Да. Вот проход в мейн. И открытая дверь. Спят челики. Нет, калаши. Куча пушек, куча компонентов. И все? Ну окей. Сойдет, сойдет. Лазер вместо фонарика. Ты что гонишь, чувак? Сразу в мою сейвовенькую пещерку заношу. Все, офигенно. Просто офигенно. Что за компонент? Турелем будет у меня все. Очевидно. Потом я познакомился с какими-то тремя челиками, которые просто решили погреться у меня под хатой. Друг, включи костер, погреться охота. Погрейтесь. Вы клан? Пожалуйста, не клан. Реально, по-братски тут типа ща умрут. Мы тебя даже трогать не будем. Сейчас, погодите. От души, брат. Спасибо, брат, спасибо. Ничего себе прикольные. А, чего тут гуляете вообще зимой-то? И все бы ничего, однако потом эти чуваки раскроют свою натуру по-настоящему. И произошло все это примерно вот таким вот способом. Друг, слышь? Это ты сейчас с хаты выбегал? В белом сайте каком-то? Не пикай. А ты кто? Только что к тебе ходили, разговаривали. Ты там костер ставил, друг. Помню. В этот момент я решил в шутку по ним пострелять, после чего завязалась такая нехилая потасовка. Не пикайте, который на крыше, не прыгай. Сори, парни. Ну а потом меня и вовсе начали рейдить. Вы чё, пацаны?
На позитиве решили зарейдить меня. Это весело. Вот это реально весело. Вы чё, позитивные? Мы с кайфом, братан. Мы сейчас максимально. С кайфом? Максимальный бодипозитив? Да. Понятно. Я тоже с кайфом, ребят. Когда я понял, что мой дом уже не спасти, я просто застроился. Как вдруг прилетел спасательный коптер. Не убивай, не убивай. Ну все, приплыли. Зиби, это вообще какие-то рандомные. Сказать по правде, эти чуваки абсолютно ничего не забрали, ведь все мои ресурсы были в пещере, а те калаши, которые были в кибитке, я просто занес подальше. Че, не хочешь прикинь? Там зеленку? Ты прикинь, соло? Какие скотины. Да, соло. Некие скотины взяли. Да, я знаю, меня тоже уже 10 раз убили. Короче говоря, я просто застроил кибитку и продолжил играть как раньше. По правде говоря, жить в пещере моментами было скучновато, и порой я пускал всяких бомжиков посмотреть на мои владения. Man, I remove gun traps. You don't die. I can show you my cave. This is double... You know, double bunker. Wow. Бро, вау, найс, бро, найс, 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 он, very nice, of course. Yeah, what the fuck, nice, bro, bro. This is a place where men lose. А в это же время, кстати, чуваки, которым я отдал дом, нехило так развились, и я добавился с ними в зеленку. Души. А иногда происходили вот такие казусные ситуации. О, офигеть их. Один минус. Минус второй. Минус третий. Четвертый раз далеко убегал. А, это блины, я понял, это блины. Блины.
Ай, засмотрелся на запись. Эта ситуация показалась мне довольно-таки обидной, но и серы к этому времени скопилось достаточно, поэтому я не мог все это так просто оставить. И поэтому, дабы набрать сил, я отправился на боковую. Про бункер пошел. Бам. Наступал третий день пещерного выживания, и так как у меня был аж тройной МВК-бункер, меня никто так и не зарейдил. Здорово. Уху, так я возьму свой сетик сейчас. На разведку. И в этот день я планировал зарейдить надоедливых соседей в онлайне, которые, к слову, жили очень недалеко. А, это просто гараж. Я не в онлайне, кстати. Но зная, что их еще вчера играло 4 человека, мне нужны были помощники. Пацаны, доброе утро. А, это наш. Вы это в курсе, где? Что я этот дом рейдил? Ты что? Я этот дом вчера уже зарейдил. Что-то было? Сера. А, нифига, кстати, да. Больше а вы не могли бы мне помочь немного? Я, чем? Короче, сейчас накрафчу ракет, и я хотел бы очень зарейдить, короче, моих соседей. Потому что они меня вчера докучали очень сильно. И, типа, хотелось бы их в онлайне вынести. А в соло я вряд ли себе там 4 человека. Уже не таким составом, только я и Шрек. А когда соседи согласились помочь, я начал готовить очень много ракет. Нас боялись даже чеченцы. И наконец, когда ракеты были готовы, мы все наша дружная компания отправились на рейд. Тишину, я послушаю. Прыгает. Да, там. Да, есть. Проснулся, блядь, улыбнулся. Ну чё, let's go? Да. А куда бахать? Две тычки. Ай-яй-яй. Но все было далеко не так просто. И не изучив их базу до конца, случилось вот это. Так, короче, я подумал, я буду бахать сначала. У них гараж открыт, я в дверь бахаю. Давай. А. Пикалки. Меня убило, кстати, пикалка. Эти самооткрывашки здорово задержали нас. Однако пару раз убив хозяина и сломав турели, мы продолжили рейд. Понял. Нормально, кстати, получилось. Там вот танцы. Давай я залечу первый, лестницу. Да, он слева вышел, парни, слева вышел. Я стою. Убил его. Я бегу. Что-то я открыл. Я Томик взял, тихо. Застраивается. Тут флоп, ребят. А, это ты, сори. Ой, фишки, мама. Есть чем выдал? Тихо. Никого нет. Ну тут, компонентов очень много. Кровать. Много серы. В кибу несем, пацаны. В общем и целом, это был очень веселый окупной рейд, но это был еще далеко не конец. Ну и после плотненькой переработки компонентов я решил зарейдить еще одну базу в зиме. И поверьте, это был далеко не простой рейд. Прям для меня как будто, не? И что это? А, нифига, тут серый уже. А просто мега окупной. Вау, так это сочная база, подождите. Офигеть, тут миллиард лесов.
Застроено. Можно еще для Верочки дверьки поставить. А, так тут миллиард пороха и серы. Лол. Что? Охренеть можно. Просто охренеть. Даже бура нет. Пацаны, у меня опять, короче, больше ящика серы. Все эти рейды, это, конечно, прикольно. И реса в пещере становилось все больше и больше. Однако мне хотелось чего-то более масштабного. Недаром же у меня было так много серы. И вот, как-то в очередной раз пытаясь найти приключения, мы сами того не понимая, наткнулись на читера. Вот тут именно. Это что такое? Hello, hello, guys. Меня убили. А вы, это вы хозяева этой хаты? Но пока что мы еще не знали, что это были какие-то читеры, и без промедления отправились на рейд. Уже фигачит. Убил одного, вот стреляли. Это мне, а мне больно, знаешь. Я точно не могу сказать. А, все, забейся. Но против такой машины для убийств сделать мы ничего, конечно, не смогли. Но, возможно, это было не так уж и плохо. Ведь когда мы вернулись вновь рейдить эту базу, дома никого уже не оказалось. Все. А, зима, может. Она вон там. И как и полагается любой читерной базе, двери все доме были открыты. Да, тут, а, тут уже серый ящик, вижу. Да, тут домайн на все опен. Сейчас, тихо. Охренеть! Сейчас я вырублю все. А, я понял. По луту очень жестко. Да, ресурсов у этих читаков было очень много. И нам настолько вскружило голову, что мы стали планировать масштабный рейд. Блин, его заносит жестко. Пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью. Шортик, погоди, нормально получилось сейчас? Жесть, это клонина, ребята. Хорошо. Зерги. Я отправился. Офигеть. Вот это хорошее, кстати. Начинать отстраивать, тихо-тихо. Начинать, нам нужно кровати откинуть, пацаны. Я убил. По-моему, убил. Вон тип. Вижу тип, реально тип в этом в окне. Да, ты, двое, там двое. На каком рейде вообще? Забор сломан. Пацаны, передний отстрел, пожалуйста, тоже. Я сейчас попытаюсь занять. А, скоростная была, ну ладно. Это дверки. Над вами типа отстрелим. Его тяжело очень видно. Ну ладно, давай выцеливать. Че стоит? Его пикать нереально. Отстрели бойницы или мина? Тихо, вообще лутовай, где бойницы, где бойницы? Не, ящики, они ящики пустые, они... Нет, не пустые. Ящик серый, ящик пороха. Ящик пороха и серый? Да. Ящик обучения. Уносите. Да. Ребят, там 5 типов, если что. Там 5 типов. А, ребят, с ракетницами типы. 5-6 челиков, там где кибитка. Погнали этих за рейдинг, парни, давайте. Я хочу. Ракеты берите, а потом. У нас есть. Ой, мы сейчас ракеты привезем просто на снегоходе и будем бахать сразу. Не, просто без кива пойдем, пофиг.